Обзор начнем с ресепшена. Смотрите, ребят, можно провалиться, как будто бы. Чтоб тут какая-нибудь крыса бегала. Здесь лобби-бар такой. Бассейн, кстати, есть. В Турции бывает и покруче гораздо, но тем не менее, за такую цену, я думаю, вообще отлично. В центре, точнее, в старом городе вообще супер. Прямо не хочется, если честно, выходить отсюда. Что-то я разговорился. Ребята, обзор номера. Вид, конечно, не на миллион, без балкона номер. Вот такой небольшой номерочек. Унитаз, раковина и душ. В принципе, на 3 дня то, что, я думаю, нужно. А это не телевизор, случайно? Я буду в коридоре спать? Ребят, я буду в коридоре спать вот там. Самое главное в нашей ситуации, что здесь есть холодильник. Такой маленький. О! Бесплатно. Да? Конечно. Время было бесплатное. Оказывается, здесь и телевизор есть. Все, все, знаете, я никуда не иду. Тут футбол показывают. Прикольный такой телек. Никуда не иду. Все, футбол смотрю. Полностью обзор отеля. Что это? Колодец какой-то, что ли? О, душ после бассейна. Вот душевая кабина. Лежачки. Бассейн. 1,60 м. Вот это, наверное, глубина 1,60 м. Такой маленький отельчик. Прикольный, мне нравится. Goodbye, my love, goodbye. Ну, здесь лобби-бар какой-то. С алкогольными напитками. Вот так выглядит отель отсюда. Солнечные батареи на крышах стоят. А вот этот как ворота. Ворота рая. Ребята, я увидел, но я не знаю, смогу вам покажу. Какие-то раскопки идут, смотрите. Старые раскопки. Прикольно. Goodbye, my love, goodbye. Классика, ребята, после самолета. После получасового трансфера. Прям. Индивидуально, все правильно. Надежда подсказывает. Так хорошо сидишь, кайфуешь. Есть что-то не хочется почему-то. Потому что там жарко и уставшее. Выходим на вечерний променад. Смотрите, какие губки в Наде. Не устаю восхищаться улочками. Ну просто супер. Смотрите. Что тут? О, какие сумки. Какие ботинки. Кожаные. Магазинчик, да? Кожгалантерей какой-то. Османли Султан Карик. Всякие украшения. Вот такие. И часики. Надо поменять, наверное, свой браслет. Нигерский. На какой-нибудь уже турецкий. Магнитиков навалено. А это... О, гранатки, ребятки. Зелененькие, правда, гранатки растут. Кате Махарадзе. Все нормально? Рыжий? Привет. Вот, что у тебя с глазом? А вот и три... Да, вот и третий. Ты чей-то, да? С колокольчиком, чтобы не потерялся? Что-то мухи над вами кружатся. Это не к добру, ребят. Мылись давно? Гранд Эркен Хотель. Отель на отеле. Отелем погоняет здесь, на старом городе. Вилла Перла Хотель Ресторан. Смотрите, тоже маленький такой дворик. Классика вообще. Лаймы растут. Маленький бассейн. Супер. Не, определенно мне здесь нравится. Но нравится, но... Ну, не нравится. Ну, не нравится. Не, не буду говорить, не нравится. Я в Турции ни разу не был. Ну, приятно удивлен, нормально. То же самое, прозрачный пол. Но что за прикол у них это такой? Это не прикол, это просто раскопки древние. А, конечно, точно. Это здесь было что-то, и там выложено. Да, да, да. Ну, я уже снимал, там у нас за забором тоже какие-то раскопки идут. Что говоришь, машинки собираешь? Ну, бери, собирай. Нет, забирай, собирай. У меня вот такая дома стоит, только другого цвета. Тоже с Турции привезла? Нет, по всему миру. Есть, да? Собирать. Смотрите, ребятки, антиквар, антиквариат, машинка. А вот монетки, ребятки, монетки. Супер. 2 рубля, да? Бина лира. Турецкая, наверное. 1998, не старая. 2 рубля. И вон еще 2 рубля. 50 крус 76 года, тоже турецкая. А тут вообще базарчик большой. Ирахаталкум. Но... Знаем. Но мы просто сладкое не едим на диете. А какое? Кислый. Кислый? Попробуй, чисто на пробу? Ну, только кислый, мне не надо сладкий. Хорошо. О, вот такой большой кус. Вы мне палец не отрежете? Нет. Смотри. Еще нет. Еще нет? Это радует. Это гранат стащ. Это не сладкий. Ну, да. Ну, наверное, калорийный все равно. Круто. Вкусно. Да. Супер, еще ребят. Это хочу вам угостить. Да ладно. Чем? Этот? А что это? Сколько раз в Турции? Первый раз. Первый раз? Да. Надо узнать это. Это наши национальные. А что это? Скажите, пожалуйста. Пить чай. Пить чай? Это чай, да? Да. Чай, но не... О! Мята? Нет. Имбирь.
ванилишь, сафран, корица, перец, джинсен, ясмин, синамон, ванилья, мускат. Да, остановись уже. Да, 30 разных дров, да. А у кого вот этого цену спросить? Наши. Это 110 лир. Вот запах. Вообще, а как его пить, если он вновь? 24. 20, да? 15. Нет. 15 номер трамвая, смотри. А, первый номер. Где? Вот, первый номер. Ага, да. Самый первый. Да. Или 22 вы можно платить? Нет, 22 не можно. 15. Точно нет? За 15 нет? За 17. Надо спросить это. Вот так вот торговаться надо в Турции, ребят. В Европе такое стоит не меньше 20 евро. Вот, он говорит 18. 18? Да. Хорошо. Турки молодцы. А, запах. Я не видела такого трамвая. Да? А ты реально собираешь, сколько у тебя такого? У меня таких, ну, 7, наверное, уже будет. Посмотри, это называется «Мой рай». Да ладно. Ну, такой своеобразный вкус. Пахнет. Даже, фу, в глаза бьет. Какая-то мята, я не знаю, какой-то. Такой прикольный. Горько-сладкий вкус какой-то. Национальный чай. Люблю, трамвай куплю, говорит. Арахатлуку. Ну, вкусно. Мы еще только приехали. Может, когда будем уезжать, тогда зайдем обязательно. Да. Ребята, ну чего-чего, а бананы я здесь увидеть вообще не ожидал. А вот, пожалуйста, ребятки, 100 лир. Hello. Hello. 100 лир, yes? 100 лир? Ну, 100? Нет, нет, нет. Это. А, по-русски? А сколько? Мне немного говорит, что это 5 долларов? 5.00 30 лир. 500 лир. Это 4 креветки вместе. 4 креветки, либо вот эта одна, да? А, подожди, вот это и 4 креветки? Да, вместе. 500 лир, это сколько долларов? Я понял. 300 лир. 100 долларов? Охереть. Ясно, спасибо. Круто. Это мы что, рыбы есть? Ну, понятно, спасибо. Ни хрена себе, 100 долларов. Пес, ты кого ждешь? Хозяина? Эй, привет. Ребятки, оказывается, здесь и море есть, смотрите. Здравствуйте, добро пожаловать. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. Море, ребята, и морепродукты здесь, но дорогие, сука. Кажется, наша улица, ну да, реально, 300 метров, да, прошли и в море. В море. В море. Круто, круто. Ой, класс, класс. Ну, над морем, похоже, там это, здравствуйте, дождь. Добро пожаловать. Спасибо. В Турцию? Голодно. Че? Не голодный. Не голодный пока. Раз очень красиво, вот. Ага. Может, зайдем, если что. Хорошо. Мы только пришли, мы еще как бы. Кушаться. Ну, пока да, еще не голодный. Креветки, да? Каламар. То есть у вас морской ресторан, да, получается? Морской, мясо, все есть. Все есть. Хорошо. Россия? Россия, да. Россия. Щедрая душа. Священная наша держава. Супер. Россия, любимая. Моя наша страна. Учил гимн, молодец. Нет. Чё знаете? Турецкий гимн? Пожалуйста, национальная турецкая забава. Продавец мороженого. Оп. Эти. Пофинти еще. Не, все. Ну все. Нафинтил, нафинтил. Друзья мои, смотрите. Сейчас будет камера. Дубль 2. Друзья мои, смотрите, какой вид. Какой этот. Друзья, какой вид открывается, смотрите. Скалы. Там вдалеке отель Шератон. Открытое море. Ну да, здесь купаться как бы не очень кайф. По кайфу. Надо куда-то ехать в сторону, чтобы. Ну там берег небольшой, этот пляж. Вот такой. Где? Вот это тоже? Прыгать со скалы. Горы на заднем фоне. Черные такие. Тучи. Там открытое море пошло. Средиземное море, ребят. Средиземное. Красивый вид открывается. А пушечка, ребята, какая. Ух.
Ребятки, смотрите, какой пляж. Вот здесь, вот в Анталии, много таких пляжей. Вон лежаки лежат, спускаешься и сразу в воду ныряешь, и рядом скалы. Как об скалу даст тебе потом волной. Нет, такой пляж нам не нужен. Опасно. Ну, красиво, но опасно. Я сейчас Наде говорю, что-то это, народу, смотрите, все, как бы, вообще мало народу, все пустые кафе. А Надя мне умную вещь сказала, все туристы сидят в отелях, на все включено. Это только мы, не на все включено, да, и только турки тут ходят, все, больше никого нет. Тут пусто, я думал, тут сейчас будет вообще яблоку негде упасть, все пусто. Мы все-таки зашли в это кафе, которое мы только что снимали. Тут так романтично, классно, прохладненько сидишь. Заказали, короче, Надежда себе спагетти, заказала салатик. Я себе рыбу хочу. Тут такие цены, сибаса хочу сюда. Рыба сибас. Морской окунь, по-моему, да, это получается, сибас. Еще не пробовал, но выглядит очень аппетитно. Давайте попробую на камеру. Супер! Вкусненько! Всем приятного аппетита, ребят! Тут еще и живая музыка, кстати. Гарно спевают. Хочу отметить пацанов турков, которые здесь работают. Очень стараются, молодцы. Прям ухаживают как надо. Черная кошка побежала, ух! По турецкой традиции комплимент от заведения. Турецкий чай принесли в таких вот стаканчиках. Друзья, вы видели когда-нибудь поле чудес турецкое? Я тоже не видел. Смотрите. Я слово могу отгадать сразу с первой буквы. А где Якубович у них? Вот этот, что ли? Прощайте, барабан, Фатос. Здесь что? Ух ты! Картошечка с чем-то. Вкусно пахнет. Дешевое шматье здесь продается. Гуччи, мучи. Ну, все как полагается. Алло, я в бар.